Добрый день, друзья. Очень много вопросов возникает и у клиентов нашего магазина, и у подписчиков нашего канала. Как ухаживать за серебром? Как ухаживать за серебряными изделиями, которые они приобретают у нас или где-либо в магазинах? Поэтому мы решили записать видео, в котором подробно объясним. Серебро нуждается в уходе, в отличие от золота. Золото инертный металл и не вступает в реакцию ни с чем. Серебряные же изделия при контакте с воздухом, с кислородом окисляются. И если, например, вот такой вот серебряный сервиз вы поставите куда-нибудь в шкаф за стекло, месяца через три он у вас таким тоненьким налетом покроется, с желтоватым оттенком. Поэтому, если пользоваться серебряными изделиями, например, вы купили стакан, или кувшин, или бокал, или рюмку, вы ежедневно в обиходе, пользуясь им, выпивая, например, из него ионизированную воду, а мы напоминаем, что через 2,5-3 часа в серебряном стакане или в кувшине или в бокале, если вы наливаете туда обычную фильтрованную воду, она становится ионизированной. То есть убивается более 600 видов бактерий и микробов в воде. Так называемая живая вода. Если вы используете по назначению, то есть каждый день пользуетесь посудой серебряной, то как обычную посуду после использования просто ее моете. Можно мыть тем же хозяйственным мылом. На мягкую губку натерли до пенки, смыли, вытерли сухим полотенцем. Можно мыть фейри амвеевскими средствами. Но желательно не мыть какими-то непроверенными, непонятными китайскими очистителями. Потому что непонятно, какая произойдет реакция. А проверенные средства, амвеевские, фейри, хозяйственное мыло без проблем. На мягкую губочку потерли, до пенки смыли и вытерли. И никогда не будет у вас темнеть серебро в этом случае, если вы будете просто мыть его после каждого использования. Если же у вас вот такой сервиз лежит в шкафу за стеклом, тогда периодически, раз в 3 месяца, приобретаете вот такую пасту. Доктор Вакс называется. Она продается в автомагазинах «Авторусь». Ну вот, по крайней мере, в Москве в автомагазинах «Авторусь» эта паста продается. Поэтому приобрести ее стоит порядка 350 рублей. Очень просто. Она для полировки всех металлов, не только серебра. Можно полировать золото. Можно полировать платину, можно просто хромированные какие-то изделия. В том-то и дело, что это и для автомобилей подходит. Но она очень хорошо полирует серебро. Мы его уже проверяли, уже не один год пользуемся им. Наносите небольшой размер, буквально вот немножко этой пасты, на тряпку. Очень хорошо хэбэшная тряпка подходит. Детские пеленки идеально подходят для полировки. Все, нанесли, потерли, и у вас изделие становится просто как новое. Оно настолько блестит. Единственное, перед, если у вас оно, например, изделие долго-долго лежало и покрылось какой-то уже, ну не налетом, а может быть там какой-то грязью, его желательно перед этим смыть, помыть там хозяйственным мылом, смыть, вытереть насухо и потом уже отполировать. Есть также вот такие вот пасты для полировки. Это иранские пасты. Продаются тоже они в специализированных магазинах. Такие желтые тюбики. То же самое, принцип тот же самый. Наносится на тряпку хэбэшную и протирается. Единственное, после того, как вы отполировали изделие, изделие необходимо помыть. Опять-таки с мылом или с фейри. Помыть и вытереть. После этого оно готово к использованию. Вот, в принципе, и все. Всегда у вас будет серебро выглядеть как новое.
Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если понравилось видео. Будем и в дальнейшем знакомить вас с нашей продукцией. До встречи!